Здравствуйте, уважаемые коллеги. И мы переходим к третьей части нашего вебинара, в частности, к творческому отчету Совета молодых педагогов школы номер 17 города Волжского Волгограда. Наша школа является общеобразовательной, в ней обучается более 1700 детей, более 100 педагогов. Значительная часть коллектива у нас представляет молодые педагоги. Недавно, относительно недавно созданный совет молодых педагогов входит в 18 человек. Но на этом мы не останавливаемся, а идем вперед. Если будут возникать вопросы по мере нашего выступления, просьба, пишите их в чате, в конце выступления мы на них обязательно с удовольствием ответим. Ну и представлять наш творческий отчет будем мы, я, Смирнова Елена Викторовна и Курматова Карина Брагина. Итак, я Смирнова Елена Викторовна, уже не совсем молодой педагог, стаж работы достаточно уже приличный, в школу пришла работать сразу после института, и всегда являюсь учителем истории и обществознания. Мне всегда были интересны формы уроков нетрадиционные, в частности, достаточно интересно было играть, ну, именно игралось. В свое время, и вместе со своими коллегами, старшими коллегами, мной были разработаны уроки, именно игровые уроки, также достаточно очень хорошо у нас проходят интегрированные уроки. В настоящее время заинтересовалась новой технологией перегородки класса, занимаясь изучением и в дальнейшем применением своих уроков. Мои ученики принимают участие в различных конкурсах разного уровня, являются победителями, например, областных фестивалей национальных культур «Венок дружбы», призерами областного конкурса «Миротворец года», ну и стараемся участвовать, где нам интересно, где мы только можем. Значит, слово моей коллеге. Здравствуйте, меня зовут Курматова Карина Брагина, я являюсь учителем музыки. Мне всегда нравилась творческая деятельность, участие в школе, в университете, поэтому, придя уже работать в школу, я решила организовать свой музыкально-театральный коллектив, который назвала «Катка» в рамках внеурочной деятельности и учеников 2-4 классов. И уже в первый год обучения мы приняли участие с ребятами в открытом городском фестивале детских театральных коллективов «Волшебная рампа». И были награждены дипломами лауреатов в номинации «Дебют». Частью жизни многих моих ребят стала вокально-хоровая деятельность на уроках музыки. На занятиях мы разучиваем новые произведения, развивая те навыки и умения, которые приобрели ранее на уроках музыки. Серьезная творческая работа ведется в области развития музыкальных способностей, в области освоения вокала, расширения навыков многоголосного исполнения и совершенствования исполнения культуры. Результатом творческой работы служит участие в концертах и школьных мероприятий. Совет молодых педагогов нашей школы мы назвали «Сириус». Мы уверены, что учитель в любое время является источником света и добра. А еще мы знаем, что каждый учитель когда-то впервые переступил порог школы. Скажите, уважаемые коллеги, вы помните свой первый рабочий день? Можете написать нам в чате о своем первом рабочем дне, и автор самых интересных историй ожидает небольшие призы от нас. Так, а сейчас я расскажу вам, что вообще о чем мы сегодня будем рассказывать, план нашего выступления. Мы поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются молодые педагоги, о путях решения проблем и о перспективах работы нашего совета. Которые были у нас как молодых педагогов, то есть реальность, с которой мы столкнулись, и ожидания у нас были хуже, чем реальность. Ну, поговорим немножечко о наших проблемах, с которыми сталкивается молодой педагог.
Ожидания молодого педагога могут не совпадать с действительностью. Выбор будущей профессии учителя – человек полон энтузиазма, желание давать знания детям, делиться своими знаниями, своим жизненным опытом. А приходя в школу, мы встречаемся со многими проблемами. В частности, тем, что дети абсолютно разные, у каждого свой интерес. Не все с радостью идут на наши уроки, кому-то наш предмет вообще не интересен. Им больше не интереснее общаться друг с другом, нежели сидеть и выполнять какие-то задания, учиться и так далее. Есть дети, которые мешают вести урок, отвлекаются. И молодой учитель здесь может столкнуться с проблемой наведения дисциплины в классе, и, соответственно, часто сталкиваемся с традиционными высказываниями учащихся. Как реагировать на все это, как удержать в рамках дисциплины, как вообще за 40 минут успеть все, что рассказать, все, что ты знаешь, научить их чему-то, и, соответственно, успеть еще и домашнее задание спросить и задать новое домашнее задание. Также какая еще может быть проблема? Учитель прекрасно подготовил к своему уроку, разложено все по полочкам как надо, но какая-нибудь отвлеченная от темы деятельность детей, какой-нибудь вопрос не связанный, может выбить из колеи, и все это порождает чувство тревоги, чувство отчаяния у молодого педагога, потери уверенности в себе, вплоть до злости и раздражения на учеников, на профессию, на окружающих. И здесь главное не потерять, да, то есть сохранить свой настрой на работу и, соответственно, не потерять интереса к своей работе. Еще одна сложность – это необходимость постоянного самосовершенствования и саморазвития, ограниченное количество свободного времени. Начинающие педагоги сталкиваются с трудностями самоорганизации, планирования своего рабочего времени и отдыха. В связи с чем возрастает риск возникновения синдрома эмоционального выгорания, ухудшения общего самочувствия и даже потери интереса к работе. И здесь главное найти своих старших коллегах поддержку и понимание. И задавали вам вопрос. Спасибо всем тем, кто писал ответ на этот вопрос. Итоги мы подведем в конце нашего выступления. А прежде чем перейдем к следующему пункту нашего плана, мы задаем вам еще один вопрос. Лучший ответ, да, идет тоже подарок от нашего совета. Итак, молодым педагогам нашей школы возникающие проблемы в первую очередь помогают решать наставники. Опытные педагоги всегда готовы оказать практическую и теоретическую помощь при подготовке к уроку, к участию в конкурсах. Администрация школы выстроена система поддержки молодых педагогов, которая включает в себя проведение наставниками открытых уроков, открытиями классных мероприятий, фестивалей и родительских собраний – с последующим анализом. Ежегодно проходят школьный конкурс педагогического мастерства «Профессионал года» с отдельной номинацией для молодых педагогов. На базе школы каждый год проводится региональный конкурс презентации профессионального достижения «Формула успеха», где одна из номинаций есть «Педагогический дебют». Практически все молодые педагоги являются классными руководителями и участвуют в школьном конкурсе «Самый классный класс». Можно смело утверждать, что в нашей школе наставничество является двусторонним процессом. Молодые учителя нашей школы порой владеют информационно-коммуникативными технологиями гораздо лучше наставников, поэтому мы принимаем самое непосредственное участие в реализации самых значимых проектов. В 2016 году коллектив школы выиграл 2 гранта. При реализации проекта «Калейдоскопа отличных дел» именно молодыми педагогами была организована работа школьного телевидения. При реализации проекта «Модель и индивидуализация внеурочной деятельности учащихся посредством технологии стратегической страны» в пространстве социокультурного комплекса создания грант Министерства образования и науки Российской Федерации молодыми педагогами нашей школы были организованы занятия во внеурочной деятельности по скрапбукингу, вышивке бисером,
Организована работа творческих мастерских по изобразительному искусству, работа театральных кружков. В 2018 году проект школы «Мой путь» получил грант Министерства просвещения Российской Федерации. Члены Совета молодых педагогов принимали непосредственное участие в подготовке и проведении всех мероприятий проекта. Молодые педагоги нашей школы систематически посещают семинары, конференции и другие мероприятия, проводимые для педагогического сообщества Волгоградской области. В 2017-2018 году педагог-психолог нашей школы получил гран-при конкурса проекта «Я меняю школу». Ассоциация частного образования Волгоградской области, сообщество молодых педагогов, фонд президентских грантов, проекта сообщества молодых педагогов «Time to Teach». Учитель изобразительного искусства стала финалистком этого конкурса. Члены Союза молодых педагогов принимают участие в региональном этапе международной ярмарки социально-педагогических инноваций. В текущем году приняли участие в региональном форуме педагогических работников Волгоградской области «Точка притяжения». Дальше. Члены Совета молодых педагогов являются классными руководителями и активно работают в рамках региональной инновационной площадки школы по тьюторскому сопровождению обучающихся. Учителя-предметники принимают участие в работе региональной и инновационной площадки по финансовой грамотности. Ну, стоит отметить, что в деятельности региональной инновационной площадки наша школа является такой площадкой для двух тем: тьюторское сопровождение и финансовая грамотность. Про тьюторское сопровождение вы слышали, это использование технологии сократических станций, школа по ней очень активно работает, и действительно технология является очень удачной и рабочей, то есть она приносит реальный результат. Что касается инвестиционной площадки по финансовой грамотности, то здесь мы принимаем участие в проведении мероприятий, молодые педагоги включаются, в том числе и в проведении внеурочной деятельности, привносят что-то новое, ту работу, которая уже ввела из школы, что привлекает детей и вызывает у них еще интерес. Ну и перспективы развития нашего совета молодых педагогов. Естественно, перед советом стоит ряд задач, которые необходимо решать, они будут решаться в будущем. Мы намерены их решать при помощи своих наставников, администрации школы, которая нас во всем поддерживает и во всем нам помогает. Ну и для себя мы определили такие задачи и такие пути их решения. Для решения задач по совершенствованию методической работы в следующем году каждый член Совета молодых педагогов представит творческий отчет на заседании методического объединения, продолжит повышение квалификации с помощью курсовой подготовки, а также мы планируем посещение городских и областных конференций и семинаров, причем не просто посещение, а с их участием. На будущий год также планируется более активное участие молодых педагогов в региональном конкурсе «Формула успеха». Благо там, как мы уже говорили, есть целая номинация, посвященная нам, где мы будем презентовать свои итоги работы с использованием своих новых технологий обучения и воспитания. И для повышения эффективности применяемых современных образовательных технологий на следующий год мы понимаем, что, вернее, не только на следующий год, вообще для эффективности необходим анализ выполняемых нами действий, своей собственной деятельности, поэтому на следующий год мы планируем проведение ежемесячных рефлексивных заседаний Совета молодых педагогов, где будем проводить анализ проделанной деятельности, своих успехов, своих неудач и будем искать выход из тех ситуаций, в которых мы находились. Или распространять свой удачный опыт уже на других, надеюсь, новых педагогов, которые придут к нам в следующем году в школу. Ну и в завершение хотелось бы закончить словами Конфуция: кто постигает новое, лелеет старое, тот может быть учителем. Соединяя новое и уже изобретенное, уже используемое при помощи своих наставников, мы надеемся, что в будущем мы станем мастерами, на которых будут ориентироваться уже молодые, новые педагоги.
Спасибо всем за внимание. Теперь мы подведем итоги нашего опроса. Как вы обещали в конце нашего выступления, первый приз мы задавали вопрос, каким был ваш первый день. И здесь мы видим, у нас писали Ксения. Спасибо ей большое. Ирина Егорова тоже спасибо. Ну и Эмилия, да, и самый удачный был у Ксении Сафроновой. Мы поздравляем Ксению с победой в первом опросе. Ксения, напишите, пожалуйста, ваш электронный адрес, и на него мы вышлем вам наш сюрприз. Ну и второй вопрос, который мы вам уже задавали, какой у вас был первый день. Тоже спасибо огромное всем, кто писал. Да, мы сейчас просмотрим. Ну и Руденко Александр, да, мы если вот с Кариной Ибрагимовной пришли к выводу, что действительно человек не более столько лет назад был первый день, он его еще помнит. Александр, тоже напишите, пожалуйста, вашу электронную почту, мы вам тоже вышли в наш сюрприз. Ну, а для тех, кто вдруг в чат немножко не заглянул, мы озвучим наших победителей. Итак, Александр вспоминает свой первый день. Это было очень давно, 48 лет назад. Но помню до сих пор 30 пар разноцветных лазерных. Они смотрели на меня с любопытством. А я знакомился с ними и сказал, что я не уеду никуда от них, так как у них часто менялись учителя. Это было в 70-м году. До сих пор мои ученики вспоминают, как мы пекли в кафе картошку, и что лучшей еды они не ели. Ну и первый наш победитель, сейчас мы найдем, вот, Ксения. Было нервно, уроки я провела успешно, нарядилась, думала, что дети так смотрят на меня, а оказалось, юбка разошлась по шве. То есть у всех случались курьезные случаи. Спасибо всем огромное. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте, мы с удовольствием на них ответим. И электронку, пожалуйста, да, победитель, не забудьте нам написать, чтобы мы могли вам выслать наш подарок.